Приветствую всех на канале Реноганс. Сегодня у нас будет одно небольшое короткое видео. Сейчас мы посмотрим, сможет ли пуля 752 на 39, пуля у нас оболочка, это ФМДшка, пробить вот эту березу. То есть мы должны посмотреть, если пуля пробьет березу, то она должна, получается, кегу в щепки разнести. Ну что, сейчас посмотрим толщину нашей березы. Вот толщина нашей березы, вот кега. Ну, береза у нас вот такая, вроде не трухлявая. Ну, сейчас посмотрим, сможет ли ее пуля вот такая, калибра 7,62 на 39, пробить. Кстати, береза у нас мокрая, мокрая. Это играет роль. То есть она у нас не сухая. Ну что, давайте посмотрим. Ну что, приступаем. Давайте посмотрим. Калибр 7,62 на 39. Пуля ФМДЖ. Оружие у нас автомат Калашникова модернизированный, 69-го года выпуска. Смотрим, пробьет ли пуля 7,62 на 39 березу. Я думаю, это круто. Пуля 7,62 пробила. Давайте посмотрим выходное отверстие с дерева. Смотрим, пуля попала сюда. Вот такое у нас выходное отверстие. Вот она, пулька у нас. Калибр 7,62 на 39. Давайте посмотрим, какое выходное отверстие сможет ли СП-шка, вот она, с таким мягеньким носиком, пробить нашу березу. И посмотрим выход раневого канала. Вот я вернулся, поставил сейчас новую кегу. Дерево все абсолютно то же самое. Стреляем СП. Ну, кстати, насчет СП я не знаю. Она у нас мягенькая пуля, деформируется. Посмотрим, выходное отверстие и пробьет ли на березу. Давайте попробуем. Ну, очень интересно. Давайте еще один патрон заряжу я. Так, давайте еще раз стрельнем. Первый выстрел, кега не пробита. Вот так у нас, ребята, вывод такой, что пуля СП калибра 7,62 на 39 не пробивает вот такую березу. Давайте посмотрим. Так, но все равно мне очень интересно. Давайте третий патрон. Мне просто очень интересно. Ну не может 7,62 СП-шка не пробить эту березу. Давайте посмотрим еще раз. Нет, не бьет. Три раза. Это уверенный результат. Береза выстояла. Давайте посмотрим, что у нас с березой. Вот. Я стрелял сюда. Вот такие входящие. А вот выходящих... Нет, ребят, все же калибр 7,62, пуля СП уверенно пробивает нашу березу. Вывод. Знаете, почему я решил четвертый раз стрельнуть? Сейчас вам покажу. Так, ну что, какого результата мы смогли добиться? Вот такая пуля ФМДЖ. Такой у нас характерный оставляет след. Пулевой. А давайте посмотрим, что теперь делает вот так вот. Вот такая пуля. Это у нас идет та самая с мягким носиком. Вот такие она вещи делает, ребята. Опасная пуля. Ладно, с вами был канал Реноганс. Сейчас уберем весь мусор. Мы за собой не мусорим. Такое короткое видео. Всем спасибо, всем пока.